Качество услуг медицинских центров и салонов красоты Нижегородской области проверяют активисты партии «Единая Россия» в рамках проекта «Народный контроль». Главная цель рейда – вывести из тени недобросовестных предпринимателей, которые работают без разрешительной документации и медицинской лицензии. Все выявленные нарушения будут переданы в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Как отмечают в самом штабе активистов, больше всего жалоб от граждан поступают на мелкие организации на этом рынке. В свою очередь, крупные салоны и центры дорожат своей репутацией. Многие люди работают на дому, работают не имея на то там необходимой лицензии, не регистрируются в качестве предпринимателя. Мы не понимаем, какими инструментами они оказывают те или иные услуги. И большинство жалоб граждан как раз и связано с тем, что вот те самые нелегальные предприниматели работают,